Всем привет! Вот наконец-то до меня дошла замечательная благотворительная акция Ice Bucket Challenge, за что отдельное спасибо Антону Слюсарчуку. В свою очередь хочу передать эстафету дальше таким людям, как Павел Буйлаков, Дима Единков, Татьяна Куценко, Олег Шкаляр и Александру Ковачу в далекую дальнюю. Ребятки, у вас есть 24 часа на то, чтобы все это осуществить. И главное, не забывайте, для чего все мы это делаем. Мы это делаем не ради забавы. Удачи! Лед!